Чи не спадало вам на думку піти містом іншими шляхами, там, де ніхто не ходить? І сьогодні будемо говорити про дігерство, про те, наскільки воно розповсюджене і у нашому місті, і в Україні в цілому. І познайомимо вас з людиною, яка не лише альпінізмом займається, а займається ще і дігерством. Це Андрій Філіпенко. Раді вас бачити. Знаємо, спасибо, що підкорювали вершини. І не лише вершини залишаються ось у вашому доробку, а ви ще і знаєте, як можна походити містом там, де ніхто не ходив. Зараз з вершинами стало немножко сложно, немножко мир стал закрытым. Ну, а эти дигерства, пещеры, они все находятся рядышком, вполне доступны любому человеку. У нас на Украине очень много пещер, очень много есть рукотворных лабиринтов. Именно рукотворные лабиринты и называются дигерством, путешествием. В нашем городе тоже есть такие, они, правда, довольно скромные по сравнению, допустим, с одесскими лабиринтами или харьковскими, даже киевскими. Там эти сети довольно крупные, довольно разветвленные, буквально исчисляются там чуть ли не десятками километров. У нас в городе есть своя небольшая скромная дигерская сеть, она где-то примерно, ну, может, километров 7-8 общая длина. Правда, ходит много легенд. Ой, про наши подземные так. вещи, да. Давно они ходят. Может, вы расскажете про них трошки? Ну, самая такая популярная легенда, это о том, что под нашим дворцом студенческим в парке Шевченко есть вход, какое-то подземелье, которое с собой соединяет и Комсомольский остров, и якобы соединяет там ближе туда, вот к стадиону, там рядышком есть. И вроде она даже выходит к церкви, которая вот сверху. Ну, кажут, монахи колись рили. Да, монахи там вроде бы рили. Так, ну, это правда чи ні? До сих пор этот вход никто не нашел. Хотя они упоминаются во многих статьях, где-то там примерно 200-250 лет назад, 100 лет назад есть статьи, в которых упоминается об этих ходах. Но, видимо, либо они были засыпаны, либо они были подтоплены, потому что эти выхода были к Днепру. Ну, естественно, Днепр – это как артерия транспортная, туда были эти выходы. Ну, а уровень Днепра поднялся на несколько метров после построения плотины, и где-то метров на 7, уже 10 поднялся уровень Днепра. Вполне вероятно, они были затоплены. Угу. Прощайтесь, до речи, пан Андрею. Да, да, чаем? Вполне вероятно. Но у нас осталась небольшая сеть, которая не затоплена, которая вполне доступна. Она по-своему тоже интересна. Находится она буквально в центре города. Вот это подземелье. История его тоже двоякая. С одной стороны, есть такая более банальная история. Это просто была речка, которая как бы мешала городу. Ее нужно было закрыть. Строили мосты, строили тоннели. Есть другая версия, что это были тоже какие-то подземелья, и просто потом речка нашла свою дорогу в эти подземелья, поскольку они были ей удобны. Да. Угу. Ну, естественно, вода течет там, где ей удобно. И этому тоже есть свои факты. Если мы посмотрим на строение этих наших подземелий, сразу бросаются в глаза довольно толстые стены. Очень толстые стены. Там, наверное, ну, не знаю, метра по три. Ну зачем для того, чтобы это был мост или закрыть речку, такие толстые стены? Ну, можливо, планувалося щось побудувати зверху. Да, может, они там 100 лет назад пытались, планировали строить небоскребы, я не знаю, да. Но очень плотные. Второе, там есть некоторые такие ответвления по сторонам, которые как бы для речки-то и не нужны. Но их там несколько, имеют правильную форму. Зачем? Есть там еще пару мест, которые вот непонятно для чего были сделаны. Ну, трудно предположить. И поэтому есть такая теория, что это, видимо, был какой-то там ход, который потом стал уже речкой. У нас, как вы знаете, в городе несколько балок есть. И с каждой балки течет река, естественно, которая берет свое начало из родников. Это вот самая известная речка Половица и ее приток Жабокряч. Вот именно речка Жабокряч, это бывшая Красноповстанческая балка, теперь эта балка Долгая называется. Вот это вот самый основной наш приток, наиболее интересный для путешествия. Но вы там часто бываете, взагалі, зараз? Ну, как бы раз в месяц я там бываю, поскольку меня знают многие, как вот именно диггера, звонят, предлагают экскурсии, я с удовольствием соглашаюсь, это стоит недорого, мне самому интересно. Вот, пожалуйста, приходите, мы там можем прогуляться. Вот. Конечно, сейчас в связи со строительством торгового центра в центре, там, где находится улица Комсомольская, немножко стали проблемы с проникновением в эту подземную систему. Не пускают? Чи просто не то, чтобы там не пускают, ведутся работы? Там, конечно, сейчас огорожено, там ведутся работы строительные.
И как-то ребята-строители немножко там просчитались с закапыванием этой речки, они решили ее поместить в две большие трубы. Ну, большие относительно, где-то метр-полтора в диаметре. Но для речки это не размер. Если там действительно останутся такие трубы, они будут очень быстро забиты в период дождей всякими там ветками, мусорами и так далее. Це може, до речі, погано вплинути на екологію. Ну, это им же будет хуже, потому что это будет подтопление, это будет большой расход воды. Даже сейчас в этом туннеле, если очень большие ливни происходят, бывает, забивается немножко эта система ливневки. Тут должно говориться, что на самом деле это не канализация, как многие называют наши подземные лабиринты, это именно ливневка. Сегодня это основная задача ливневки, это сбор всех вод, которые время длинного, больших дождей у нас, и вывести все это в Днепр. До речі, ось, чи можна там вільно проходити? Як ви ходите? Да, это очень большие тоннели, висота примерно 3-4 метра, бывает до 5 метров потолки. Ширина там, ну, до 4, тоже где-то 6. То есть там может даже машина проехать, по большому счету. Единственное, дно очень сильно загажено, там много мусора, всякий строительный мусор, камни. Вот, поэтому как бы машина там не проедет, и даже мы своим туристам, если мы туда идем, мы даем обязательно палочки, даем заброды высокие по самый пояс. І обов'язково, звісно, фонарик. Ну, чоботи повинні бути високими, да. Так? Ну, ось ми бачимо, як виглядають. Так, да, ось це... от видно, що дійсно дуже толсті стіни, дуже красиво зложений свод, кирпичик. Але тут може бути небезпечно, так? Чи бували такі випадки? Я не думаю, що там щось таке особо небезпечне може бути. Єдине, якщо ви пойдете в сильний дощ, може піднятися рівень води. На самом деле, дорога доволі однозначна. Там нет никаких-то лабиринтов, это вот две ветки большие, огромное количество вот таких боковых врезок, где, как правило, течет просто вода, но бывают какие-то там нарушители, врезают туда и канализацию. Ну, с этим мы боремся, пытаемся сообщать о таких случаях. В этом, кстати, есть польза дігерства. До речі, так, да. Дігери можуть допомогти. Абсолютно і в Україні, верно. Якщо вони бачать щось там не те, що да. було, так? Было, що там і краску збрасували, какие-то отходы от СТО попадались нам, мы видели это дело, пытались реагировать. Видно, что в тоннеле очень много мусора. Ну, к сожалению... Прочищают их колись? Ну, взагалі? Понимаете, балка очень длинная, и туда действительно традиционно давно люди бросают мусор, который, естественно, после больших дождей весь смывается и попадает вот сюда. Другая там проблема есть, кое-где пересекают поперек... Вот видите, огромный свод, огромный свод. Ну, скільки тут? Метри чотири, мабуть, так? Я думаю, що 5 даже буде. Вот. Є там труби, які пересікають поперек. Він завжди такий? Чи він місцями може бути ширшим? Разний. Видно, що його строїли в різне время. Где-то менше, где-то більше, где-то більш чистое дно, где-то оно більш таке замусорене. От може, хорошо видно, яка огромна стіна. Видите, це не вся стіна. Ми пытались там ее посмотреть, она действительно достигает там до 2 метров толщины. А вона ж може з часом бути розрушеною. Це справді серйозно. Ви знаєте, це, видимо, строили в ті роки, коли кирпичі не розрушались. І, наверное, були прочні камни. Да. Каждый кирпич, кстати, имеет свое клеймо, там было видно на кадрах. То есть раньше было нормальным, когда производитель ставил свое личное клеймо, не завода, он не ссылался на какие-то ГОСТы и нормы, тогда люди ставили личное клеймо, отвечали лично за свой предмет, за свое качество своей продукции. Ну, мы бачимо результат, да, вот, видите, ще вот ЧС. Кстати, эти заводы все в основном находились в другой балке, в Войцеховской, там, где сейчас находится парк «Зелений гай», вот там была очень большая территория кирпичных заводов. И в основном, когда город строился, все было оттуда. Ну, это мы бачимо выход уже, так? Это уже, да, можно выход, можно вход назвать. Скорее всего, можно назвать вход, потому что здесь речка втекает. А вытекает речка у нас в Днепр. В Днепр там уже новая часть. Это последняя часть, которая была закрыта бетоном. Она уже не представляет собой никакой ценности. Это просто бетонные прямоугольные блоки. Они довольно низкие по потолку. Выходят прямо в Днепр возле церквушки, которая возле нового моста. То есть можно выйти, пройти здесь, стартануть и пройти прямо в Днепр. Вся экскурсия, ну, может занять часа полтора-два. А ви можете ходити туди просто не тому, що там вас попросили, а просто через те, що вам цікаво? Може, щось з'являється нове, щось, можливо, там ви хочете побачити якісь зміни? Цікаво там, мабуть, тільки буває, разве що, коли проходять великі дожди, там якісь зміни відбуваються.
бывают какие-то новые врезки появляются. Сейчас что-то строят, мы смотрим, а вот какую-то новую трубу проложили. Ну хорошо, там где-то вот что-то там провалился потолок, отремонтировали. Так особо ничего, ливневка живет своей жизнью, она выполняет свою очень важную роль. Если бы не эта ливневка, то во время дождей весь город бы погружался бы просто в наводнения были полные. Так это все быстро уходит под воду. Все эти решетки, вы видите, вот весь наш проспект Карла Маркса, вот вдоль дороги идут железные решетки чугунные. Это вот и есть слив в нашей ливневку. Вот в так. Ну, все одно треба ж чимось, може, закривати голову, може, там, ну, ще які, взагалі, экипировка повинна бути у дігера? Есть легенды, что якобы это ж подземелье, да? А у нас же, как правило, в подземелье кто живет? Ну, силы зла, какие-то злые демоны всегда живут может, под землей. Може, щурі хіба що, так? Щурів там достатньо, чи не бачили, не зустрічали? Ну, і они там, їх там нет, по той простой причине, что там сплошная вода, от стенки до стенки, им там ну, просто негде жить. Угу. Вот. Это... А кто там живет взагалі? Насекомые, паучки можно увидеть, да, много. Как обычные подвальные животные, которые есть в подвале. Если там попадается какая-то там мышка и крыска, ну это очень редко, это случайно какая-то забежала. Там, кстати, идеальный микроклимат, что интересно. Это все-таки подземелье, там всегда свежий воздух. Потому что речка несет с собой воздух с улицы, она как бы проветривается, там поэтому ну, запаха практически нет. Але страшновато, знаете, вот вы фотографии ну, навіть показали. Если какой-то клаустрофобик, конечно, страшновато. Ты же под землей, мало ли чего. Вот это ж как бы место... Скажите, пожалуйста, пане Андрію, вот как вы думаете, будівництво метро взагалі может вплинути на нет. Руйнацию? Дело в том, что ливневка очень неглубоко залегает. От потолка до там, где уже люди ходят ногами, ну, может, метр, полтора. Она совсем недалеко. Когда вы гуляете по ливневке, слышно, как ездят машины, как ездят трамваи. А метро нашего довольно глубоко, то есть оно гораздо-гораздо ниже. Они угу. никак не пересекаются и друг другу не мешают. Ну так, да. Але ж все одно от ми знаємо, що то там були провали в місті, то там. А от вона стоїть вже скільки років, да. може не дарма, може, 3 потому, да, метри такі толстые стіни, була. Люди так. знали, що все-таки бувають подвижки ґрунта. Я вот начал за микроклимат, и сколько я там хожу, у меня всегда возникает мысль, а не нужно ли там какую-нибудь там открыть какую-нибудь теплицу, допустим, по грибам. Угу. Климат идеальный, место никем не используется. Кстати, ливневка, она никому не принадлежит, что интересно. Ну, це ж справді, це ж для містян, тобто це взагалі для міста, ну, чи як ви думаєте, чи повинно? Хто-то би должен за неї відповідати, хто-то должен как бы, її ухаживать, что-то ремонтировать. Так получилось, що ні одно предприятие, ні один орган не взял на баланс эту систему ливневки, она так и осталась как бы ничья. Угу. Есть, которые ливневки у нас там при заводах, они их обслуживают, ремонтируют, но вот эта часть, она как бы дрянь, она получилась ничья, никому она особо не нужна, поэтому каких-то специальных разрешений попасть туда не требуется. Попасть может быть любой. А в сравнении с иншими местами, вот вы часто тоже бываете, вы казали, что и на Західній Україні бывали, есть, да. и тут есть в Харкові також, можно порівняти, как там, чи вони ну, комусь належать? Дело в том, что история происхождения всех этих подземных систем, она очень разная. Вы знаете, что в Одессе это катакомбы, которые рылись, так. сначала добывался кирпич, потом они там соединялись друг с другом, это получились просто катакомбы для того, чтобы там какую-то речку спрятать, а просто добывался кирпич, а потом это была земля, да. В других городах история менее понятная, вполне возможно, ну, вы, наверное, слышали, что есть легенды, что метро не строили, ну, вот киевское там и московское, якобы его откапывали. Есть такая легенда, очень быстро его построили, якобы. Ну, в сравнении с нашим местом, с нашим местом история, да. так. И там буквально 2-3 года, и московское метро уже было почти готово. Есть такие легенды, что это были какие-то ходы, которые в свое время были затоплены. Ну, наверное, эти легенды пересекаются с тем, что наши города, первые этажи, очень многие находятся под землей, а то и первые и вторые этажи под землей. То есть есть такая вещь, что наши города не погружались в землю, это не культурный слой, а было какое-то действительно большое наводнение, которое засыпало многие города. И вот это было там, ну, лет 200 назад, наверное. Вот. И действительно, если даже наши города посмотрим в Днепре, многие первые этажи находятся под землей. Може, ґрунт трошки просів, і через те може дати таку усадку? Не підтверджується ця теорія. На самом деле дома не просідають, вони стоять собі і стоять. Ну, може, чуть-чуть. Все-таки на таку большую глибину, там, ну, вілі, буває, два этажа навіть під землею знаходяться. І це є навіть в Дніпрі у нас теж. І дуже багато в Києві таких місць, коли копають, а під землею явно не строїлось для підвалу. Угу. Тобто там другий кирпич. Вот. Есть такая. Ну, соответственно, эти ливневки тоже, их происхождение, ну, киевское имею в виду и харьковское, вполне возможно, это были какие-то коммуникации,
которых мы почему-то до конца не знаем. Ну, история полна загадок, это можно отложить. А на сегодня действительно, вот как небольшой такой экстремальный отдых, можно себе позволить вот такую экскурсию подземелья. А взагалі от в інших містах ось ці підземні ходи такі, вони комусь належать, чи теж так само, як і в Дніпрі, просто для містян? Там сложна ситуація, законно вони нікому не належать. Ну, кожна структура, там та же МЧС, там може щось там попытаться какие-то свои ограничения наложить, якобы в целях безопасности. Угу. И какие-то запреты ввести. Есть такое там. Допустим, вот у нас даже в городе есть, ливневка проходит под банком. Ну, банк, естественно, переживает, что под банком проходит подземный ход. Они там поставили камеру. Вот вы идете по ливневке, раз, видите, камера стоит. Она, то есть банк смотрит, кто там под него залез. Может, кому-то захочется вверх прокопаться. Не было у вас проблем? Николи не запитывали? Мы так помахаем, поздороваемся, понимаем, что это банк, что это охрана, все понятно. Вот если такие ливневки, системы подземные проходят под какими-то общественно важными зданиями, конечно, они как-то охраняются и туда пытаются какие-то запреты ввести. А с Західною Україною, ось як у вас взагалі контакт? Чи ви налагодили? Західна Україна у нас очень богата пещерами. Мало кто, может, знает, там очень длинные пещеры, там пещера Атлантида, пещера Озерная, там есть, это вот в основном Каменец-Подольск, вот эти вот места. Там подземных сооружений я не помню, именно вот искусственного происхождения. Туда очень часто люди ездят именно побродить по-настоящим, причем там пещеры, они не просто ходы, они несколько этажей. То есть ходы находятся на разных уровнях, что тоже очень интересно, да. А вам де більше подобається? Ви більше в гори любите чи в підземлю залазити? Ну, там є, говориться, отдых – це зміна занятий. Да? То же саме і в туризмі. Ти походив по горам, тобі захотілося в пещери, походив в пещери, захотів на рафтинг, походив на рафтинг, ай, давно я не був там в пустині, наприклад. До речі, у нас на Україні знаходиться самая большая пустыня в Європі – Альошкінські піски. Тоже очень интересный объект. Вообще, Украина богата интересными объектами для путешествий. Когда вот этот вот локдаун наступил, мы стали очень активно обращать внимание на наши украинские интересные места. И действительно, у нас есть куда посмотреть. Ну, вам найбільше хочеться от зараз куди? Де б ви хотіли іще побувати? Чи є взагалі таке місце, де не були ви ще? Ой, знаєте, чесно говоря, у мене зараз сфера моїх інтересів ушла немножко в другое місце. Немножко я горами вже присытился, я им занимаюсь очень-очень много лет. Вот, у меня есть еще занятия в этой жизни, помимо гор. Вот. Горы стали больше уже видом отдыха, а не заработком, как это было раньше. Вот. Поэтому, если я где-то еду и в горы, то больше смотрю не какие горы я еду, а с какой компанией я еду. Угу. Если собирается хорошая компания, я готов поехать в любое место, даже если я в нем был 10 раз. Пане Андрій, ну, нарешті хочеться почути від вас рекомендацію для тих людей, які все ж хочуть під землю потрапити. Що треба брати з собою? Чи треба якесь особливе спорядження? Ну, що би ви рекомендували? Особливе спорядження ми вам все дадим. Нічого там особливого нету. Ні, ну, хтось сапоги може сам захоче, як ви вважаєте? Сам обов'язково, значить, сапоги заброди. Это обязательно, потому что все-таки вода бывает по пояс. Обязательно взять с собой какую-то палку, потому что дно очень неровное, и можно встать ногой и провалиться сразу по пояс. Угу. Ось як, бывают так такие места, что ты не видишь под водой, что там такое. Хотя вода прозрачная. Ну, когда ты идешь, ты ее скаламутил, там ничего не видно. Вот. Обязательно взять эту палочку и, конечно, хороший мощный фонарик и запасной фонарик. Без фонарика там делать нечего. Там так темно. Да. Угу. Каску. Шолом. Каску, ну, такое дело. Мы ходим без касок, если специально не ударяться, там такого, потолки очень высокие, в общем-то. Ну, больше ничего, больше так? Ничего, якийсь плащ, ну, естественно, захист, что пещера, она сырая, влажная, конечно, во фраке ходить не стоит, какую-то защитную курточку нужно одеть. Да, ну, щоб так не испачкаться. Все зрозуміло, все, да, зрозуміло. Пане Андрію, я вам дуже дякую за ті цікаві історичні відомості, про які ви сказали, про те, що взагалі було в нашому місті, і, можливо, для людей, які ще не знали, як тут з підземеллям. Добро пожаловать, подземелье. Так, то ви розповіли дуже цікаво. І справді багато хто знає про ці легенди, і місто все ж у нас таке особливе, і дуже хочеться, щоб ми більше дізнавалися. Може, хтось знає, може, якісь у нас є старожили, які знають ці міста. С удовольствием было бы их услышать и найти этих людей. Я думаю, что люди обов'язково будут звертатися, так, и мы поцікавимо, что саме є у їхній пам'яті, и, можливо, разом... Да, мы с удовольствием организуем какую-то отдельную экспедицию, может, буде какие-то дуже есть цікаво у нас новые, да, это было бы очень интересно. Пане Андрію, дякуємо вам дуже, хочеться спасибо побажати вам вдалих подорожей, нехай все складається якомога краще, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. Спасибо.